выставка Интерстройэкспо, стенд компании Bismart, оборудование и система умного дома, управляющие панели Clipsal, SmartBus, новое оборудование SmartBus, сенсорные выключатели. Все работает. Тонкая DLP-панель нового дизайна и программное обеспечение Iridium Mobile. Евгений, да. Продемонстрируй, пожалуйста, как это работает. Свет сначала. Освещение. Первая страничка у нас управляет освещением на стенде. Мы можем управлять неонами, светильничками, люстрами, которые у нас в зале. Включать, выключать, декодимировать. Климат. Секунду. Здесь же у нас управление шторами есть. Шторы, да. Шторы у нас в нижней части стенда. Открываются, закрываются, все работает. Сценарии импровизированные. Сценарии гости. Да, гости, заходите. Хорошо. Вот, управление климатом импровизированное. Вот мы его включили, можем выставить температуру, скорость вращения вентилятора, охлаждение, обогрев. Вот, и управление музыкой. Также у нас доступно управление сенсорных панелей, управление светильниками и управление с iPad. Интерфейс сделан специально под нас. Отсюда же мы можем управлять также светильниками, светильниками на стенде, светильниками на самом стенде, висящими сзади нас, климатом, выставлять температуру, включать, отключать вентилятор наш, управлять шторами, музыкой. Музыкой. Телевизором. И активировать сценарий, который у нас в верхней части стенда. Да, супер. А еще мы можем удаленно смотреть за шоурумом в офисе, да? Да, есть у нас такой iPad. Здесь отсюда мы можем управлять шоурумом, который находится в офисе у нас. Управлять удаленно. Мы можем управлять освещением, различные группы света здесь у нас есть, бра есть, диодная подсветка, подсветка в нижней части, есть диоды RGB, также у нас мы можем управлять шторами, шторы здесь в левой, в правой части. Отсюда же можем управлять климатом, можем управлять телевизором, например, включить его, вот, ну и активировать сценарии, которые у нас, которых у нас 4. Да, вот телевизор включился. А вот видно, какая температура сейчас, да, вот там? Температура сейчас 20 градусов и температура, которую мы хотим выставить. Ага, понятно, ну супер, все, спасибо.